На титул «Мисс Африка-Россия» претендует Тюменка. Участницы – девушки, которые приехали в нашу страну, чтобы получить образование. Наш регион представляет студентка Масилиса Мутумба. Девушка прошла отборочный тур и приехала в властную столицу, чтобы подготовиться к финалу. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. 2008 год. Финал конкурса красоты в Южноафриканской республике. Корону получает тюменка Ксения Сухинова. Замбийка Масилиса Мутумба тогда и не мечтала, что когда-нибудь с Мисс Мира ее свяжут не только общие интересы, но и один город. Очень холодно. Почему я решила приехать? Потому что мне сказали, что очень холодно, но я не представляла, насколько холодно. А потом думала, ну, хороший город и очень красивый. Не только красавица, но и умница. По программе поступила в Тюменский индустриальный университет. В планах магистратура. Масилиса мечтает построить карьеру инженера и модели. Но пока главная цель девушки – выучить русский язык. Я только знала «здравствуйте» и «да». А мы учились здесь, на подфак, подготовительном факультете. Очень тяжело было. Мы самостоятельно почти учили через YouTube и учебники. Сложнее всего освоить не язык, а русские привычки и быт. Тут все по-другому. Борщ. Мне нравится борщ, суп. Но мне нужно учить, как его готовить, но пока не знаю. Из манго мы делаем шима, очень твердый каша. Кушаем с курицей, там, с овощами. Мы нашли и мы делаем нашу шима из манго тоже здесь. Несмотря на барьеры, Масилиса быстро стала своей. Вот только в России никак не хотят запоминать ее непривычное имя. Поэтому называют девушку на свой манер – Василисой. Почти одинаковые. И я слышала, что она была хорошая женщина, Василиса, поэтому нормально. С таким именем куда проще заводить русских друзей. Именно они стали для девушки поддержкой в чужом городе. И даже на конкурс красоты «Мисс Африка-Россия» попала благодаря им. Мои друзья отправили мне, как это называется, ну, фотограф, где объявление, что ищут модели, там, участие в конкурсе «Мисс Африка-Раша». Они все говорят: «Масси, обязательно, задавай». Я такая, ну, окей. Конкурс среди студенток из Африки в России проводят во второй раз. Соперницы – 10 девушек. Но жюри не смогло остаться беспристрастным, когда смотрела промо-ролик студентки из Тюмени. Теперь она – одна из четырех финалисток. На родине в Замбии удивлены такой популярности, ведь там Масилиса – обычная девушка. А в России может стать первой красавицей. Маленькая комната превратилась в настоящий штаб. На перебой звонят родственники из Африки, чтобы узнать, не шутка ли. Сейчас Масилиса усиленно готовится к финалу конкурса. Он пройдет в мае. В Москве девушка надеется завоевать победу и вернуться в Тюмень, чтобы еще раз доказать, что самые красивые девушки живут именно здесь. Тюмень. Я люблю Тюмень. Юлия Никифорова, Александр Изосимов, Тюменская служба новостей.